Привет, друзья! С вами Сан Саныч, и вы на канале «Взрослый разговор». И сегодня я вам покажу секретный дикий пляж в Санжейке. Поплыли, будет интересно. Пляж Грибовки плавно переходит в пляж Санжейки, но отличается тем, что здесь уже вот такие вот склоны, и я бы сказал, это дикий пляж. Почему он дикий? Потому что здесь очень много людей, ну, почти все люди отдыхают с палатками. Вот там наверху можно поставить машины и сюда спуститься. Это очень удобно для любителей вот такого вот отдыха дикарем, туристического отдыха, как угодно. Этот отдых имеет свои преимущества, это недорого, вы ни от кого не зависите. Вы приехали на одно место, если вам не понравилось, вы переехали на другое место. У меня есть очень много знакомых, которые любят такой вид отдыха, которые отдыхают с палатками. Ну и мы здесь видим, здесь палатки разные абсолютно, на любой, так сказать, вкус. Поэтому, кто любит такой вид отдыха, то Санжейка – это идеальное место для этого. Здесь очень хорошее море, оно очень теплое, чистое. Плюс вот видите, вот там, где много купается детей, я уверен, что там есть коса намытая, и там не так глубоко. Кстати, вон сделаны ступеньки, то есть это один из спусков. Я думаю, что мы потом, наверное, по этим ступенькам и поднимемся, и покажем вам. Но пока идемте прямо, посмотрим сам пляж. И выйдем к маяку в Санжейке. Вот смотрите, как у людей все обустроено. Да, видно, что здесь не глубоко. У людей все оборудовано, все с собой. Палатка, шезлонги, зонтики. Я думаю, что какие-то таганки, где они готовят. Кстати, очень интересный вид отдыха. Кто любит такие вот дикие пляжи, когда очень мало людей вокруг, можно уединиться, можно позагорать топлес. Ага, вот и наши знакомые. Люди отдыхают вместе с нами в гостинице. Поздороваемся. Мы вас и здесь нашли. Это ваше секретное место? Но я его рассекречу, извините. Хай. Уже сказал. Вы слышали, да? Да, слышали. Спасибо. Да? Как вы здесь нас нашли? Отлично, мы гуляем, снимаем побережье, купаемся. Здесь хорошо. Хорошего отдыха. Вам тоже. Все, хорошо, да. Счастливо. Вот так вот, даже на огромном пляже, который длится там на несколько километров, можно встретить знакомых. Вот такие вот секретные места. Вон, кстати, еще одни ступеньки. Тут такая вот лагуна интересная.
Ну, мы идем дальше. Побережье достаточно длинное. Слушайте, я вам скажу так, мне захотелось тоже взять палатку и сюда приехать на несколько дней. Это очень-очень круто. На самом деле, даже если вы не хотите готовить, пройтись в любое заведение тут рядом, можно покушать. Ну, я думаю, даже по кайфу на природе что-то приготовить. Взять с собой треногу, казанчик, дрова обязательно нужно брать с собой. В крайнем случае, вон ходят, продают кукурузу, пахлаву. С голоду точно не умрете. Обязательно с собой берите побольше питьевой воды. Обязательно с собой сюда берите зонтики, головные уборы. И отдых будет в кайф. Ну, смотрите, совсем дикий пляж. Ставьте палатку и отдыхайте. Море чистейшее. Таких мест на самом деле очень-очень мало. Тем более Санжейка находится достаточно близко к Одессе. Поэтому грех сюда не приезжать. Я уверен, что здесь очень много одесситов в том числе отдыхает. Вот таким вот способом. Посмотрите, какой берег. Как мало людей. Это самый кайф, когда так мало людей. Хотя лето в разгаре. Сейчас печет градусов 30 минимум. Кстати, вот здесь есть вообще полностью цивильный спуск. Идемте посмотрим. А сверху, вон, я смотрю, есть лавочки, места для поцелунков. Тут, походу, наверху есть цивилизация. Ну, а по этой дорожке можно на каком-то внедорожнике запросто и спуститься. Вот так вот. И также подняться. Слушайте, насколько отличается тишиной. Там море шумит, а здесь вышли, уже работают там пилы какие-то, дрели. Идемте, я вам покажу места для поцелунков с видом на море. Тут прям такой, смотрите, парк. Вот такой вот романтический сквер. Ребята, берите на заметку. Приводите сюда девчонок. Признавайтесь им в любви. Вот есть такие шикарные лавочки. Прямо с видом на море. Смотрите. Раз. И у вас все побережье на ладони. Так, вон есть тропинка. Давайте пойдем поверху. Теперь посмотрим сверху на все это дело. Ну, я вам скажу, что Санжейка достаточно красивая. Смотрите, сколько новых домов. Я понимаю, что это все там под сдачу, скорее всего. А может быть, кто-то здесь и живет. Но очень круто. Вон вдалеке маяк. Мы его уже видим. Смотрите, какая красота. Вот еще одна
скамеечка для поцелунков. Я бы назвал ее патриотическая. Прямо с видом на море. Ага, тут еще один спуск цивильный. Вон он. Идемте прогуляемся. Тут вот есть спуск, есть даже лебедка. Вытаскивать тех, кто застрял. Пляж Санжейка сверху. Слабый. Вот так вот многие ставят машину здесь сверху на обрыве и, соответственно, спускаются вниз. Многие здесь же и палатку ставят. Тут есть вот такой цивилизованный спуск. Красотища. Нет, сюда приезжают люди, которые так вот знающие. Надолго, все оборудовано. Ну, я тебе скажу, мне вот такой вот отдых тоже нравится. Я бы с удовольствием бы на недельку рванул. Так, маяк на горизонте. Слушайте, ну вот мы зашли в саму Санжейку. Достаточно цивилизованное село. Очень много всего сдается. Все на работает на индустрию отдыха. Вон кто хочет, может купить себе недостроенное здание. Вон сдаются комнаты, дом. Смотрите, дорога свежепостеленная. Это, кстати, касается и Грибовки. В Грибовке тоже свежепостеленный асфальт. Это выгодно отличает эти курорты от Затоки и от Коблева. Там все слегка подгулявшее. Вот такое вот интересное место отдыха прямо на обрыве, называется Панорама. Ну, понятно, почему Панорама, потому что обзор. Ух ты, здесь вот рыбаки. Пропаны. Человек взял пулю быстро. А почем рапаны? Амидия 40. Амидия 40?
Слушайте, свежевыловленные, круто. Что-то есть у меня ощущение, что я сегодня вечером буду готовить рапанов. Огромнейший пляж. Очень длинный. Я уже не знаю, сколько мы прошли. Уже, наверное, километров 10 от Грибовки. И радует то, что места полно. Тут вот очень интересная лагуна, почти нету пляжа, море вплотную подходит к обрыву. Идемте прогуляемся. Такая секретная Санжейка. Такие места, в которые просто так не зайдешь и не заедешь. Вон там за забором маяк Санжейки. Яхт-клуб, причал 111. Так. Здравствуйте, пофотографироваться вас можно, сказали? Пофотографироваться у вас на маяке можно? Нет. А сказали, что можно? Как нам сказали, за забором стратегический объект. Съемка запрещена. Поэтому показываю вам маяк только через забор. Это Санжейка. Вот такая здесь красота. А вот стратегический объект с такого ракурса. Вот такая вот она интересная и неожиданная Санжейка. Понравилось видео? Поддержи его лайком. Если вдруг по какой-то причине ты еще не мой подписчик, вот здесь, внизу под видео, есть кнопочка подписаться. Нажимай на эту кнопочку, а рядом с кнопочкой нажимай на колокольчик. И тогда ты не пропустишь ни одно мое видео. Также у тебя есть возможность поделиться этим видео. Для этого под видео нажимай кнопочку «Поделиться» и раскидывай видео по всему интернету. Ну что, меня зовут Сан Саныч. Вы на канале «Взрослый разговор». Мы с вами вместе в Санжейке. Желаю вам добра, любви и счастья. Пока!